скажи, чтобы тащил Степан. Хватит, там посмотрим. А вот последняя. Все больше. Такая колья. Сегодня у нас пятница, 12 мая 2017 года. Мы приехали в Потеряевку. Мы сразу попросил Игоря Дыбунова провести по всем прудам. И в этот Рыжковский или Северный пруд, вот вода ушла, ну, нора, и ушла она, вода эта, почти на 2 метра озера, вышло озеро. Ну, я приехал, посмотрел и сказал, я вчера фильм смотрел, как спасали затонувшие лодки. Что, нужно уровень поднять чуть повыше к торпедного аппарата, потом в него входить. Решили сейчас здесь так, я говорю, давайте сейчас мы сделаем запруду, поднимем дамбу, куда вода вытекает. Они, а потом раскапывать будем. И она уже не будет течь, потому что мы ей на этом уровне закрепили. Ну, теперь, конечно, вода ушла. Столько не наберется, но, однако, все же. Вот наши братья тут. Володя и Виктор Савченко. Володя Пащенко. Забивают. Давай еще, бери один кол. Туда надо пройти. Володя, к себе туда проведи. О, да, да, да. Забери, Степа. Палочку эту отнеси ему. Нет, это вторую, во. Да, да, да. Ну нет, не эту, а которая заостренная. Ну, вот заостренная, видишь, рядом, колышек. Во, неси туда, дядя Володя. Не упади, смотри. Аккуратно. Это Роман малыш ставит. Так, куда, туда им дай. Да, да. Передай им. Подожди, что еще хочешь делать? Туда пойти? Ну, давай. Возьмите, забейте его. А мы сейчас со всех сторон. А вы хотели второй ряд? Куда? Нет, нет, второй не будет пока. Мы начнем сейчас сразу трамбовать. Нет у нас материалу. Посмотрим, что у нас будет. Вода идет. Вот она как. Вода идет прямо. Центр еще забить несколько штук, да? Нет, больше не надо. Там он забей еще. Ну вот сюда вот подальше, вот около Романа. Повыше, повыше. Вот так. Нет, в эту надо забить. Выше, выше, поднять его. О, о. Если никак, то маленько можно на, руками оббей ее. Кол. О, вот так, во. Все. Держи теперь, дальше не надо угнать ее. Витя, иди скорее на эту сторону. Давай. Это сантиметров 10-15 диаметр. А вода вон из этого хлещет. У тебя лоб крепкий, ты беспокоишься. Плоско и сделай. Николай, что не вспомни. Вертолом это имеет в виду, да? Плохо видать. Роман, руку поставь туда на выходе. Сунь туда, чтобы я по руке заснял. Где? Вон там идет, вон оттуда. Голой рукой. Туда руку сунь, в эту пещеру. Так, подожди, я тебя нащупаю. Где? Ага, вот где, я понял теперь. А то тут светло и ничего не видать. Она, ну, вода кипит. Вглубь уходит. Все, не надо больше, не надо, все. Так, еще подавай туда. Бери. Придется еще там толстое попилить. Идите, попилите еще. Да? Давай, так. Так, Лёта. Подойди к ним, к ребятам. Лёва, это Сёпа, туда не надо, ты один пошел. Один никуда не ходи, а то на кол упадешь. Забивай. Вот так, давай. Видишь, все, она соскользнула. Она соскальзывает. Ну ладно, ладно, давай, рядом. Чуть дальше. Маленько подальше, чуть дальше. Подальше, вот так. На себя я не буду, вот так она села.
В деревне это вот позабивай сваи такой кувалдой. Это она, сколько она килограмм весит? Витя? Килограмм 15, наверное. Килограмм 15. Вот тебе и спортзал. Фитнес, все здесь тебе будет. Фигу-то покажет. И аппетит хороший, и спится легко, и никого не обманул. И никакой заработок. Ничего нету. Все это делается так, для славы Божией. Все. Все. Степа, подавай вот эти колышки, еще два. Степа. Забить. Колышки подай. Давай. Братья там пилят. Вот они где. Там нету больше. А я тебе говорил соломы набрать, Степа. Ты не набрал там? Набрал. А где она? Вон, да, два мешка. Вот. Это ты солому набрал? Оттуда набрал? С поля? Нет. Ну, ты с поля, не здесь. Беги на поле. Вон там лежит солома. Спроси, где солома. Возьми мешочек, сбегай. Ну, мешок-то где-то есть тут, посмотри. Где-то же он, есть мешок. А где мешки у нас еще? Мешки-то где у нас? Говорили, 5 мешков. А? Где мешки-то? Ну, если тут нету, сбегай у дяди этого, спроси. У дяди Игоря. Значит, 4 было. Или запихали 5-й. Так. Вот сколько уже забили. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 20, 23, 24, 25, 26. 26 кольев. И только деревья, сегодня я посчитал, больше 160 деревьев приросло на дамбе. Наклоняй от себя ее. Наклоняй. Ну и ладно, еще ударь несколько раз. Еще, чтобы она зашла туда. Все, хорош. Ну ладно, начинайте. Сейчас они должны подойти. Это делать надо очень быстро. Попроси, чтобы они пришли. Там, что есть, бросили. Скорее бегом сюда все. Одновременно, чтобы все делали. Бросали лопатой слой за слоем. И вот эти металлкушками, толочь, вот она лежит. Сейчас туда солому возьми, мешок туда скинь. Мешок, растряси туда. Туда вплотную. Вплотную к этим. Больше нет мешков. А? Больше нет мешков. Ну как нету, они должны прийти. Ну нету. Так, ближе, ближе прям, лопата или как. Все. Теперь давайте забрасывайте ее. И сразу толкушкой толките. Вот, бери толкушку. Вот, Вата, слышь, все. Растряси, чтобы она комком не была. Сейчас. Принеси там грабли. Я? Ну да. Так это, возьми вот этот мешок. Ветром сейчас унесет его в воду. Быстрее хватай. Беги за соломой и там скажи им, что я сказал. Чтоб сразу сюда шли. Все, давай. Вот так вот, а пошире, пошире, пошире. Пошире раскидывай. Эй! Скорее, чтобы шли помогать. Чтобы быстрее шли. Исаки! Исаки! Надо скорее за это задалбливать сразу. Вот я сказал делать так. Спрячь мешок. Что ты? Я тебе сказал вон оттуда солому привезти. Вон на кусок. Видишь, нет? Да. Вон она на бугре лежит. Ага. Все, давай, бери лопату, кидай. Иди, Исаки, давай сюда. Так, скорее мешок накладывай. Тащи мешок. Вот этот вот. Возьмите мешок, растрясите скорее. А ты, Саки, сбрасывай туда. Так, Володя, подожди, сейчас Володя растрясет. Растряси. И сейчас же начинайте скорее удалбливать.
Городской разве что-то знает, он ничего не знает. Краник открыл, в туалет сходил и все. Деревенский человек, он более приспособлен к выжимаемости. Так, дамбу не копай, вон туда бери больше, дальше. Вот с высоты вот этой вот, давай. Человек может разбавать? Нет. Так. Можете совковую лопату взять, если надо. Смотри, лопата не стукни, Витя. Володю. Так, Володя, сейчас бери вот эту вот, начинай долбить ей. Вот. Давай, пошел. Так, подождите маленько. Подальше кидайте. Ну, только не на него. Давай. Так, все, воду не надо, на него брызгает. Подожди. Несите туда, накладите еще мешки этой. Вон оттуда. Наполните сеном. А колоса моя этой, ближе к этой. Володя, долби ближе к этой. Вот вода почти перестала идти. Давай, давай. Надо очень хорошо продолбить. Витя, возьми рядом палка, долби с этой стороны. А на ту маленькую толкушку? Ну, да, она, это... Та маленькая толкушка двуручная, ее принеси. Двумя руками, братцы. А тут где-то за тюками. Так, Витя, Витя, сбегают без тебя. Витя, ты долби здесь. Во. Вот я не видел ее, поэтому закричал. Ну теперь как? Вот сюда вот надо теперь эту сено, вот сюда вот рядом. Подожди. Он там пускай удалбливает, а вы сюда накидываете сено и глину. Вот это здесь дальше. Вот до этого места. Давай, раскидывай сразу глину. Ты видишь, что уже перестала идти вода-то? Все. А вы туда мешки толкали. Не надо это делать. Во-во-во-во-во-во-во. Так, иди сюда, кидай. Прямо оттуда кидай. Во. Тебе, Саки, сколько лет сейчас? 14. 16? 14. 14. Паспорт получил? Да. Сегодня как раз. Так, это, ближе бросай, чтобы брызги не летели. Так, надо раскидать. Володя, это нехорошо, она идет. Ты, Витя, провалиться можешь. Развлекайся. Вот тогда надо очень сильно удалбить, он где Володя. В 2-3 руки. Она прибывает. Так, а где же эта штука? Трамбовку ты взял, да? Вот так помолоти. А? Легко будет спать. А то придумали. Болезни разные. Вот работает, и болезни никаких. Вот так, дай ему сено еще, вон Виктору. Маленько туда бросить и сено. Кинь, Володя, мешок. На. Вон туда к Виктору побольше сделай, пошире. Давай сюда. Пошире, пошире, сюда ближе. Вот. А Исаки сейчас будет заполнять. А вы с двух сторон долбите ее. Все. О, Роман. Так, берите любые палки, вот длинные, которые, и начинайте долбить, удалбливать. Долбить солому, глину. Надо сделать бровку. Ну, вот, давай, во. А ты, если не хочешь, то просто стой, не можешь. То можно лопатой там прикидывать. Так, Витя, старайся раскидать пошире. Да, брат, попробуй лопатой, если вот хотя бы глину. Вот сюда надо кидать. Подожди-ка. Ну, Виктор, сказать, Игорь Владимирович пришел. Ну, берегись, Рыжковский пруд. Вот туда кидай, вот сюда, вот крома. Надо берег не обрушивать. Да все равно она отпадет. Не надо, все равно. Он стоит пока на месте. Мы его обрушим, когда выше поднимем. Вот сейчас мы поднимем. Давай. Так. Так, а где здесь была? Ты знаешь, дай-ка мне. Давайте еще соломы, наверное. Где соломы? Нет, тут надо еще. Нет, соломы только что бросили. Нам просто больше клины. Так, это, Исаки, накладывай мешки быстрее.
Так, подожди, на него брызгает сильно. Иди кто-то. Игорь, Марьянечка, подожди. Скорее, Миша, прям руками, может, кидай ему сено туда, без мешков. Так. Мешки только, чтобы ветер не унес. Кидай. О! Эй, ты к себе ближе делай. Нам бровку сделать надо, а не всю поднимать. Мы сейчас должны уровень сравнять земский. Вот-вот. Все, кидайте. Все. Так, подожди маленько туда, неси на ту сторону. У нас Степа хорошо помогает. Все ребята работают. Вот так. Господи, помилуй, благослови. Это, Виктор, возьми там мешок туда, насыпь сено. Володя, передай мешок ему. Так, накладывай мешок быстро. Так, теперь можно уже ходить там будет. Бровку удалбливайте. Так, подожди, подожди, тут сначала не то. Гниль это оторви. Гниль не нужна. Гнилую солому не надо, бросайте в сторону. Игорь, вот сюда кидай ему. У Романа земли нету. Так, подожди. Это много. Лопата разберите маленько. Солома должна быть тонким слоем. Очень тонким. Ну давай. Потом будет. Ты сейчас готов сено, может, набирайте мешки. На ту сторону отнести надо. Она наполняет. А это чего? Вода это прекращается. Давайте, давайте, долбите. Дальше будет трудно. Меня интересует, там идет вода или нет. Похоже, перекрыли воду, да? Похоже, да. Идет, нет? Нет. Все, перекрывайте. Когда мы перекроем воду, тогда начнем долбить тогда эту, ну, нору. Это мы вышли на уровень озера. Теперь озеро будет поднимать свой уровень выше. Опоздали, конечно, недели на две. Но мы только сегодня приехали. Так. А вы это? Это. Вон туда кидайте, Володя. У него там от сена одно. Так. Вот сюда вот, Игорю, подбросьте этому Роману еще. Тебе надо сено надо. Садай, дай ему мешок. Опа. Вот как. Вон туда Виктору отдай. Виктору отдай, тут так бросит. Отдай ему мешок. Самый конец, это, Володя, у Виктора там, подожди, это, Виктор, земли там наложи. Вот так. Ну, теперь как свободно, начинай накидывать земли, бери лопату. Вы так, то туда, то сюда. Так, отойди в стороночку. Она у нас сухую получается. Давай. Тут только постольку, поскольку вот здесь, а там он где, там надо со всей силой долбить. Ну тут тоже слабина может размыть потом. Ну маленько подправите тогда. Вот она как пробила. Батюшка, где сколько? Раз, два, три, четыре, пять. То есть дальше она делает крутой поворот. Вода под прямым углом. Это не вода, а этот. Ну да, вода. Нора. И он прошел вдоль трассы еще 6 метров. Когда там батюшка мутит воду, вон там он. Тут вода начинает мутить у него. Но сегодня не получилось. Вот это озерко, Рыжковский пруд. Тут рыба хорошая водилась, но сейчас ничего нету. Вот мы сегодня подняли, но не сегодня, а за эти дни. Затонувшие тут деревья, откуда они, мы все убирали. Приплыла какая-то лисина, отпиленная. Ну, короче, тут смотреть надо.
Так, Витя, надо чуть-чуть побольше эту дамбу сделать, пошире у тебя. Примерно метр. И ровно, чтобы она шла. А ты залезь туда. Прямо залезь и там бей. Ну и хорошо. Роману подкидывайте. Витя, со всей силой бей. У тебя где-то с двумя ручками там просто трамбуй и трамбуй. Это у нас главный замок. Если его не утрамбовать, все остальное это чепуха. Видишь, что делает? А нору копать это ничего не даст. Вы заталкиваете только вход. Ее надо раскопать всю и всю забить. Бей сильнее. Смотри, руки не обей об дерево. Поберегись. Куда? На Романа кидай. Да. Возле самого частокола, Витя, бей со всей силой туда. Так. Ты как Исааки сюда накидаешь это земли-то, сразу подбеги, сено ему кинь и дальше опять кидать. Так вон, Степа, знаете, Степа пускай накидывает. Солому пускай. Солому-то на, носи. Мешок. К Виктору туда. Мешок накладывай. Ну, вот сюда, это смотри, Степа накладывай. Тебе сколько лет-то? 9. 9? Вот видишь, 9 лет пацан работает. Надо быстро поднимать, пока она не пошла сверху у нас. Прям с самого края. Да не, не так, прям это. Чик-чик-чик потиху на коротке, да, вот так, да. Вот. Так, это, Исааки, бери мешок быстро, набирай, не хватает там. А потом сразу вернешься и копать будешь. Вот, дядя Романов, дай. Просто мне бери так, приди, чтобы ветром не сдуло его. Закрепи его где-то и кидай ему туда. Кидай. Он разберется. Во! Главное, широко не надо. Хотя бы на метр и достаточно будет. Подтаскивай к себе. Вот видите как. Ну, смысл понятен. А? В морском флоте это называется подвести пласты. А? Да? В морском флоте называется подвести пласты. Пробоину. Ну, пробоину. Вот, вот у нас и пластыри есть из земли, и солому. Ну, да. Саман. Да. Сейчас мы когда его поднимем дальше, выше, еще бы хотя бы на полметра. Хотя бы просто, чтобы вода... Да, вода застряла. Теперь мы будем долбить вот эту вот нору, где она была. Все. Теперь мы уже не боимся опускать туда глину. И все время идти с соломой, глина, нору всю эту пробьем. И работа окончена. Ну, озеро-то ушло. Опустило. Ну... Тогда был здесь большой напор, здесь этого не сделать было. Конечно. Как? Ты еще считаешь, что ты не удержишь, что ли? Когда был большой напор... Ну, так это нельзя было делать, земля мороженая, мне сказали. Напор большой. Ну и что, что большой? То Коля забивай, она не трогает. А дальше бей и бей. Вы не видели твой напор? Ангару, когда перекрывали, видел как? Давай. Виктору. Я видел все. Если бы здесь ты забутил, тебя сразу... Куры. Ну не да. Успевал бы. Так, все, ребята, кидайте туда дальше. Да вы бы забили. Надо поднять он, вот этот, конечно, вот, как они делают. Шире не надо. Как бы вы там стояли в этой воде-то? Шире не надо. Вот это вот такая хорошо удолбить надо. Его. Ну, он дай дяде этому Роману. О. А сейчас под Виктора бросать. Витя, подожди-ка, дядя Витя, вон сзади, наложи больше сена, сзади, справа. Вот сюда вот. Во! Не меньше метра, чтобы ширина была. Здесь? Да, туда сбеги, на ту сторону. Дядя Витя отдашь. А ты пока тут подкидывай. Ну все, смысл понятен. Заключаю, что мы сделали и воду задержали.